Барабанная дробь разбудила сказочных героев, которые нежданно нагрянули на детский праздник. Буратино и Карлсон, Мальвина и Скоморох вызвали настоящий переполох ранним утром в школе-интернате имени Фурагина в Старом городке. В честь Дня защиты детей они устроили для малышей настоящее представление с подвижными играми, забавами и загадками. Слушаем внимательно. Какие вы молодцы! Действительно, это... Молодцы, конечно, мы все угадали, да? Своей детской непосредственностью и радостью ребята заразили даже взрослых. Росгвардейцы – частые гости в этой школе. Вместе с малышами они повеселились от души. Мы здесь не первый год в этой школе, потому что детки особенные, школа прекрасная. Воспитатели здесь, учителя помогают всем, чем можно, как говорится, таким красивым, прекрасным деткам. И мы с ними рады вообще всегда участвовать. Мы и эстафеты проводим разненькие с ними, там и веселые стартики. И дети каждый просто на все 100 стараются выполнить, показать себя, какие они молодцы. Шум и радостный смех в этой школе останется еще на 3 недели. Здесь открылся лагерь дневного пребывания «Маленькая страна». Он примет учеников школы, а также ребят из малообеспеченных семей и детей участников СВО. В лагере будет у нас 20 детей. Он будет у нас до обеда. Это дневная площадка. Разумеется, это оздоровительные мероприятия, развлекательные мероприятия, различные кружки, различные квесты. То есть очень насыщенная программа для детей в течение 21 дня. Школьный праздник в честь открытия лагеря и Дня защиты детей удался. Все ребята получили подарки и сладкие угощения. Впереди у них много летнего солнца, интересных событий и приключений. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».